Алло. Здравствуй, Витя. Здесь нельзя парковаться. Ты что, знаков не видишь? А поздороваться? Не слышишь? Ну ладно, да, я слепая, ты глухой, я звоню, ты трубку не берешь. Занят. Ну, раньше ты тоже был занят, а трубку брал. Марин, я спешу. Ты спешишь? Получить нагоняет начальника. Или повышение. Ну, ты же хочешь стать майором. Ну, прибавка к зарплате. Да ты не боись, я скажу папе, он все сделает, а не скажу и не сделает. Тебе бы курс лечения пройти. Я обойдусь, о себе подумай. Пожалела бы папу. Он ради тебя и день и ночь пашет. Да ладно? Серьезно? Не смейся, он же тебя любит. Ты же единственная дочь. Ну ладно, он любит. А ты? А мой папа скоро станет генералом, а ты, наверное, хотел бы спать с дочкой генерала, да? Перестань. Ну, а если я курс лечения пройду? Вернешься? Нет. Спасибо, что честно. Тебе же хуже, Витя. Пацан мелкий, мелкий пацан такой. Туда побежал. А я до вокзала доеду на нем? До вокзала доеду, не знаете? А, да, да, туда, туда. А, спасибо. Чё натворил-то? Талон на проезд дашь? Нету талона, деньги есть. Купи талон. Куплю, чё натворил-то, спрашиваю? Да он дебилоид. Чуть монтировкой меня не зашиб. Хорошо, что в автобус забежал. Так чё с талоном? Сколько талон стоит? А ты не знаешь? Не знаю, не местная. В тюрьме сидела. С чего взял? Видел. У меня мамка оттуда выходила. Глазастый какой. Звать как? Пашка. А ты воровка? Все тебе расскажи. Значит, наркотой торговала. Не угадал. Сам ты что натворил? Ничего не натворил. А этот чувак с монтировкой за тобой просто так бегал? Говоришь, дебилот. Да ты спер у него что-нибудь. Не поймай, не вор. А талон так и не купила. Войдите. Вызывали? Демидов? Я. Проходи. Ну, что там по твоему Хорькину? Ну, Хорькин не мой, а наш. Засаду будем снимать? Третью неделю паримся. У нас другие дела стоят, Вить. Он придет. Откуда такая уверенность? Чувствую. Экстрасенс. Прорицатель. Ладно. Тебя Марина искала. Нашла? Да. Ей бы к врачу. Ты ее единственная надежда. Денис Васильевич, я ж не врач. Ты подумай. У кадровиков на тебя ох, какой зуб. А со мной лучше дружить. А еще лучше породниться. Но я ведь и впрямь тебя считаю классным опером. Ладно, я понял. Любовь прошла, завяли помидоры. Товарищ полковник, разрешите идти? Сами понимаете. Засада, Хорькин. Разрешаю. Тут в главке разговор был о присвоении тебе внеочередного звания и повышении денежного содержания. Так вот, ничего еще не решено. Здорово, Манюнь. Здорово. Ждем, ждем. Последнюю шевелюру потерял, красавец. А, глупые волосы покинули умную голову. Может, наоборот? Давай, заходи. Ниночка, а? Погуляй, моя хорошая. Хорошо. Погуляй давай, погуляй. Хорошо. Долг, как говорится, платежом красен. Это, Манюнь, тебе на первое время. Потом еще подкину. Да ты мне уж подкинул. Если б не УДО, еще полтора года тянул. Ну это ж мы с Михалычем адвокат подключили. Ну, чтоб на пересмотр. Скотина ты. Манюнь, ну я ж не знал, что в термосе наркота. Михалыч тоже хорош. Его же сумка. Как он, кстати? На инвалидности. Инсульт. Так ему и надо, прости господи. Что ж ты эту сумку-то ко мне в служебное? Вез бы в своем. Ну... Так получилось, Маша. А на суде зачем врал? Ну, у меня же семья, дети. Ну, так что-то куда теперь? А куда киногуру? Вы с Михалычем сухими из воды вышли. Его уже Бог покарал, а вот с тобой что делать, не знаю. Ну, платить буду. По мере сил. Угу. Кадровики меня в проводнице не возьмут, судимость. Так что копи денежки. Ты мне теперь много должен будешь. Маш, после таких разговоров вообще ни копейки не получишь. Это ж, можно сказать, отступные, мои личные извинения. Какой же ты скот. А будешь хамить, Маня? Снова на нары загремишь. За что? За вымогательство, Маш. Я ж по закону тебе ничего не должен. Маня, еще раз раскидаешь, я больше собирать не буду. Ладно, кайся. Они мне сейчас очень нужны. будут. Не согрешишь, не покаешься. Кукуруза. Горячая кукуруза. Покупаем. Налетаем. Ух ты! Украли! А ну держи его, милиция! Держи его! Ишь ты, какой ловка! Держи его! Мальчик, ты чего? Ты глянь, а? Ну что, ой, попался? Шагай, я сказал. Дяденька, отпустите, больно же. Кусаться вздумал, окурок. Сейчас я тебя в обезьянник посажу. Паша! Паша! Я с ног сбилась, я тебя везде ищу. Паш! Гражданка, вы кто? Ну кто-кто и мать его кто? Мама? Мам, я просто заблудился, а дяденька хочет меня в полицию забрать. Да, он совершил хищение на продовольственной точке. Да подумаешь, две кукурузы. Подождите, пожалуйста. Стойте, стойте. Вот это за кукурузу. Это ваш ребенок? Ну, конечно, мой, а чей же? Я просто в туалет отошла. Понятно. Документики ваши можно посмотреть? Ну, дома паспорт. Угу. Шустрый он у вас? Да не то слово. Укусить меня пытался. Да. Так, а ну-ка немедленно извинись перед дядей полицейским. Быстро! Дяденька полицейский, ну извините, пожалуйста. Я больше так никогда не буду делать. Честное слово. Ну вот. Я боюсь, здесь одними извинениями не обойтись. Спасибо большое, что за мальчиком приглядели. Счастливо. Все отцу скажу. У нас такой папа строгий, не представляете. Ну ты сплошное дубье. Лихо моего обули. Ну ты, обувальщик, иди сюда, запей, подавишься. На. Спасибо. Про документы соврала. Еще бы, у меня всех документов справка об освобождении. Замели бы обоих. Соскучился по казенным харчам? По-любому убежал бы. Бегун. Родители где? Да ну их нафиг, пьянь. Ну, ясно. Че, куда ты дальше? Хочу на море. Что ты там забыл? Хочу попасть на какую-нибудь яхту, юнгой стану. Юнга. Ну что, разбегаемся? Ну да. Что сказать надо? А что сказать-то надо? Ты должен сказать спасибо, сынуля. Спасибо, мамуля. Молодые люди, простите, можно мне присесть? Чувствую себя не очень хорошо. Места не нумерованы, садитесь. Спасибо. Ой, накатило как сильно, елки-палки. Что, плохо? Да, сердце. Женщина, вы не могли бы мне помочь? Скорую вызвать, если вас не обременит, конечно. Скорую. Телефона нету. Нет телефона? Нет телефона. А, черт. Я свой оставил тоже. Пошел прогуляться, я оставил. Ну, может быть, если хотите, мы вас можем до дома довезти, а вы там себе сами скорую вызовете. Да, я тут. Да? Да, недалеко. Рядом? Если вас не затруднит. Конечно. Сумку возьми. Ага. Давайте. Идти можете? Да, конечно, благодарю. Ага. Так. Спасибо. Это ерунда получается. Я впервые в жизни мобильный не взял и сразу так. Парадокс. Так, ребят, слушайте. Давайте сделаем вот так. Вот вам ключи, вот домофон, вот, значит, второй этаж, вот подъезд, 10-я квартира. Там справа сразу на тумбочке мой мобильный при входе, ладно? А я присяду, что-то опять накрыло, ладно? Ладно. Ребятки, спасибо, ребят. Большое. Фу. Ага. Что-то не вижу я мобильника. Нашел? Нету. Стоять, полиция! Руки, руки! Тут только баба и пацан. Вижу. Хорькин где? Какой Хорькин? Что ты тычешь меня своим пистолетом? Что вы здесь делаете? Мужик ключи дал, он здесь живет. Мобильник нужно было скорую вызвать, ему сердцем плохо стало. И где он? Дяденька внизу сидит, хотите сами у него спросите. Ну-ка, пойдем, покажешь. Следи за ним. Да. Где? Где? Здесь был. Нету. Свалил дяденька. Выздоровел. Черт! Итог неутешительный. Наши люди 3 недели сидели в засаде, не пили, не курили. А Серега, я опасный рецидивист, Хорькин по кличке Хорь, обвел нас как пацанов вокруг пальца. А хитрый мерзавец наши капканы носом чует. Я уверен, эта баба с пацаненком там не случайно оказались. Может быть, может быть. Ладно, давай ее сюда. Заводи. Присаживайтесь. Значит, вы того человека видели первый раз в жизни. Послушайте, меня уже 4 часа допрашивают. 3:26. Время указано в протоколе. Охолони, капитан, чуток. Скажите, гражданочка, а сколько вы уже на свободе, если не секрет? Ну, почему же секрет? Почти целый день. Хм. Достаточно, чтобы насладиться жизнью. А пацан откуда? Случайно на вокзале познакомились. Случайно познакомились, случайно присели на лавку в сквере, случайно к вам подсел человек с больным сердцем, случайно дал ключи от квартиры. Любая теория случайности не выдержит такой череды случайностей, а? Я не знаю, на кого у вас там была засада, но я вам правду говорю. Вы пацана спросите. Спросим, спросим. Капитан, давай сержанта сюда. Светлов, заходи. Здравия желаю. Скажите, а этого человека вы тоже первый раз видите? Этого человека я вижу 2-й раз в жизни. 2-й раз. А первый когда? На вокзале у вас записано. Верно. Пускай она расскажет, как она сержанта обманула. И до этого тоже дойдет. Капитан, давай пацана. Сейчас. Да? Так мы подходим уже, вон, малой мороженое трескает. Здорово. А, понял. Давай, 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 шире шаг. А, вот, наконец. Проходи, садись. Как тебя зовут? Пашка. Пашка. Скажи, Пашка, ты когда-нибудь видел этого дядю в форме? Ни разу не видел. Подождите, он врет. Паш, сейчас не надо врать, они хотят нам помочь. Ты этого дядю в форме видел на вокзале. Мам, ну что ты заливаешь? Не видел его никогда. Так, эта женщина твоя мама. Послушайте, никакая я ему не мать, я просто пожалела его. Его вон полицейский в отделение вел, за шиворот тащил. То есть вы обманули сержанта полиции? Обманула, сказала, что мать. Зачем? Ну пожалела пацаненка. Мам, ну что ты выдумываешь? Ты хочешь от меня отказаться? И это, по-твоему, подельники? Да. Ладно. Оформим их на пару суток в изолятор. Послушайте, я действительно в 1-й раз в жизни видела этого человека на скамейке. Я его пожалела. Человеку плохо с сердцем стало. Значит, говоришь, пожалела? Пожалела. Мам, ну что ты тупишь? Слушай, хватит мамка, никакая я тебе не мамка. Ты правда хочешь от меня избавиться? Так, капитан, я дальше не вижу смысла. Парня оформим в приемник. Все равно сбегу. Нет, дорогой мой, не сбежишь. Это спецприемник. Там будешь руки мыть перед едой каждый раз. И стрижка под Котовского. И забор с колючей проволокой, ЕГАЗа называется. И охранник с дубинкой, демократизатор. Громов, оформляй парня куда следует. Пойдем. Все равно сбегу. Да пойдем уже. Со мной что? Вы свободны. Правда? Правда, можете идти. До свидания. Сержант, и ты свободен. До свидания. Угу. Надо за ней проследить. Ну не сходи ты с ума. Ну ты же видишь, она не при делах. Не верю я ей. Вам кого? Мне Лёшу Кузина. А вы кто? А вы кто? Я жена. Я дальняя родственница. Ой, мы сейчас в дом тогда пойдем. А вы ему кем будете? Да я, правда, третья вода на киселе. Неважно. Да. Лёш, вот к нам гости. Ой, маленький мой проснулся. Ты мой хороший. Сейчас я Мишеньку покормлю и будем чай пить. Это, я сейчас приду. Ну, здравствуй. Здравствуй. Вышла? Как видишь. И куда теперь? Пока не знаю. Мое место занято. Я ж тебе писал. Писал. На нашей кровати спить? Нет, новую купили. Короче, Даша у мамы в Крутой Усыпи. Там все хорошо. Можешь не волноваться. А я волнуюсь, думала, сразу туда побегу, а вышла и... Боюсь. Она ждет. Да, я знаю. Ты ж в депо по-прежнему? О, слава богу. Думал, под сокращение попаду. Да, я еще раз чуть на нары не загремела. Непонятка нарисовалась. Словечек нахваталась. Драться научилась. По-настоящему? Ну да, могу вот тебя вырубить. Хочешь? Меня? Ну не ее же. Ладно. Верю. Чего приходила-то? У нас любовь была, но мы расстались. Она кричала, мля, сопротивлялась. 4 года мы побег готовили, полтонны мы харчей наэкономили. И даже мне да, с тобою дал половничек. Маша, растеряша. Ей же еще 1,5 года сидеть. Отпустили. Пойдем. Давай, давай, пойдем. Ё-моё, из боку бантик. Привет, Лап. Списали, значит, с казенных харчей. Как видишь. А свекруха твоя говорила, что тебе пятерку дали? Как время-то летит, а? Да, что-то мне так не показалось. Скостили полторашку по УДО. По УДО? Условно-досрочное. А, самодеятельность ты пела. Ну, в смысле, хорошо себя вела. Умный ты, Лап, сил нет. Да скорее дурак. Не пью, не курю, а нахрена. Здоровеньким помрешь. А, ну да, одно утешение. Дашка сейчас обрадуется. Ну да. Слушай, пойду я. Давай подвезу. Ну давай, не откажусь. Ех, погнали! А у нас председатель хороший. Коровник вы новый построили. Да яркой пойдешь работать, а? Здравствуйте, Ольга Георгиевна. О, Господи. А Дашка где? Уснула только что. Ночью плохо спала, много ворочалась. Видать, предчувствие. Она там? Давай-ка выйдем на крыльцо. Давай. Ну-ка, повернись. Исхудала, даже помолодела. Ну, конечно, здоровый образ жизни, режим. Расхваливаешь, будто не тюрьма, а санаторий. К своим заезжала. Да нет, оглядеться надо еще. Денег, может, подзаработать. Пусть пока думают, что сижу. А клюшки? А к Лёшке заезжала. Машенька. Сергей Михайлович, ну, да. Вкрутую осыпь автобусы ходят через день. Дороги кошмар. Далеко туда? 27 километров. Обрадовал, товарищ майор. А нельзя мне какой-нибудь неприметный УАЗик организовать? А машин нет. А если сверху позвонят? Да пускай звонят. Дожди прошли, на легковушке ты туда не доберешься. Мотоцикл. Тебе с полицейской символикой подойдет? Издеваешься? Понятно. То есть тебе как Штирлицу черный Мерседес подавай в стиле ретро. Только вот эта бабенка, она не пианистка, Кэт. Она зону за наркоту топтала. Меня интересуют ее связи. Это оперативная разработка. Угу. Майор, помоги. В долгу не останусь. Ладно. Уговорил. Бери мою Ниву, а я на твоей покатаюсь. Да порядок. На что только не пойдешь, чтобы эту шваль хоть как-то прищучить. Короче, проблемы будут, свистнешь. Твоя отходь на ходу. Относительно. Спасибо. Спасибо не булькает. Мам, а ты музыкальные ноты знаешь? Не знаю я музыкальных нот. А почему? Потому что в поселке нашем не было музыкальной школы. Папа обещал, что с 1 сентября я начну ходить в музыкальную школу. Скорее бы лето закончилось. Закончится, глазом не успеешь моргнуть. Хочешь, я тебе сейчас цыганскую песню спою? Давай. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь осознать, увидел вас я в недобрый час. Мама, здорово. А ты знаешь, что цыгане коней воровали? Ну, знаю. А ты воровка? Почему это я воровка? А за что ты в тюрьме сидела? По собственной глупости, Дашунь. Там многие сидят по собственной глупости. Вырастешь, расскажу. Ну-ка, постой тут. Вы зря сюда заехали, такое? Здесь трактора вязнут, не то что машины. А до деревни далеко? Километра полтора. Шпионишь за мной? В смысле? Да ладно, капитан не признал, что ли? Что-то не очень. Маскировку заканчивай, Озерова я, Мария. А, с пацаненком. Теперь припоминаю. Да какая маскировка? У меня тут егерь знакомый. Скоро охота начинается, еду договариваться. Врет и не краснеет. Пистолет с тобой? Все тебе расскажи. Дочь? Все тебе расскажи. Держи. Что сказать надо? Ой, забыла. Надо сказать... Спасибо. Ну, тогда порядок. Ладно, не мучай, сейчас в деревню пойду, может, трактор найду. Годится. Давай руку. Лап, привет. Сломался? Ремень генератора ослаб. Слушай, там в поле на ниве городской застрял. Ну? Ну что, может, поедешь, дернешь его? Маш, ради тебя? Да не ради меня, но просто помочь человеку. Слышь, Маш, ты же знаешь, не пью, не курю. В общем, ждал я тебя, Маш. Чего? Когда Лёшка себе новую семью завел, ты знаешь, я обрадовался. Сил нет. Ты в тюрьме сидишь, а я тут радуюсь. Понимаешь меня? Нет, честно говоря, не понимаю. Ты не подумай, я не полоумный. Просто, когда Лёшка... Тебя первый раз в деревню к нам привез, я просто обомлел. Маш. Че это? Ну, ко мне, между прочим, тут всякие бабенки клинья били. А я что-то вот никак не могу, ни в какую. А почему? Почему? Влюбился в тебя, Маш. Еще тогда. Лап, да ты че? Ну, а чего, если у Лёшки теперь семья своя образовалась, так может и мы ячейку организуем, а? Маш, ты подумай, я ведь сразу понял, что у вас с Лёшкой ничего не выйдет, потому что… Ты все сказал? Ну, да. Человека из лужи дерни? Легко. Дашка. Да. Пойдем. И сам не газуй, на нейтраль поставь, и все. Здесь при социализме собирались асфальт класть. Не успели. Социализм закончился. Будем в грязи барахтаться до второго пришествия. Пришествие социализма? Не, я о Боге говорю. Слушай, это Маша Озерова, она кто? Маша вот только из тюрьмы вернулась. Да ладно? Не, она по ошибке сидела. Маша, она хорошая. А ты чё? Запал на нее? Ага. И чего, у вас отношения? Нет никаких отношений. Пока. Ясно. Хороша Маша, да не наша. Слушай, а она в деревне где живет? А тебе зачем? Спасибо сказать хочу. А. Да, она тут не живет. Так приехала. У свекрови остановилась. 4-й дом. Спасибо, брат, с меня бутылка. Я не пью. Кодировался? Ни разу. Ты случайно не гуманоид? Все пьют, а я не пью. Потому что любовь сильнее водки. Мужики пьют, поскольку нет содержания в жизни. Не видят перспективы. Кругом один тупик. А ты видишь перспективу? Думаешь, я идиот? Я не идиот. Я вижу. И что ты видишь? Ну, а как это словами объяснить? Вот как любовь словами объяснить? Вот я и говорю. Сейчас посмотрю. А ты вот так посильнее пальцами. Потерла, потерла, а оно отстиралось. Давай, попробуй. Мам, там дядя капитан, который в грязи завяз. Спасибо за трактор. Не за что. Может, помочь? А умеешь? Стирать-то? Еще как. Ладно, обойдемся. Мне не сложно, правда. Что? Импозантный вид, капитан. Отстираюсь. Наша грязь намертво прилипает. Иди сюда. Извини. Оп! Ничего. Водные процедуры. Так я сам могу. Ну ладно, тут сноровка нужна. Это ж тебе не в засаде сидеть. Боец невидимого фронта. В засадах по-разному бывает. Так. Бывает, ждешь опасного преступника, а зайдет красивая девушка. Ну вот, ой, вроде чисто. Мам, смотри, какая я молодец. Ты молодец. Стирка дело не мужское, может, есть что посерьезнее, и я рукастый. Посерьезнее говоришь. Там в поле сарая дверь покосилась. Надо починить. Прогуляемся, покажу. Можем доехать. Возьмите меня с собой. Даш, я скоро приду. Дядя Лапа. О, Даш, ты чего? Мама с дядей Капитаном уехали дверь в сарае чинить. Сено у нас там. Я их ждала, а их все нет. Как нет? Давно уехали. Угу. Гадя, а? Сейчас я ее устрою. Ну что ж ты делаешь-то? Что творишь-то? Капитан, ты мантную грамоту знаешь? В музыкалку ходил. А инструмент? Фортепиано. Как все. Слушай. А ты этого Хорькина до того дня правда не видела? Ты пес легавый. Это меня сюда заманил, чтобы про своего хорька расспрашивать? Ну, это кто кого заманил. За ним знаешь, сколько всякой всячины. Несколько трупов. А он мозг, у него 2 высших образования. Я за 2 года даже фоторобот не могу составить. Внешность все время меняет. Да уж, артист. Я ведь и правда поверила, что у него с сердцем плохо. Посадить бы этого харя годков на 25. Ай, размечтался. Настоящие кресты гуляют на свободе, а зону топчет пехота. Меня вот следак прессовал, точно знал, что почем. Но ему нужна была палка в отчете о раскрываемости. Ну, может, она не за палку вовсе. Наркота беда наша, даже не представляешь, какая. Ты-то за дело сидела? Дурь была между клубой и корпусом. Я и термос этот в руках держала, и копия мою. Отпечатки — доказательная база. Система. Система. 3,5 года из-за вашей системы. Не все мы сволочи. Мы же не с неба падаем, нас из народа выбирают, а народ он разный. Ты тоже фабрикуешь? Нет. У меня сыск. Ладно. Можешь возвращаться, я тебе правду сказала. Этого хорька твоего тогда в первый раз видела. Да я верю. Только уезжать не хочется. Пожалей начальство, капитан, тебе все-таки командировочное платят. Это ты в тюрьме такая сознательная стала? Всегда такая была. Будешь в городе, позвони. Ты, значит, Витя? Вроде как, да. Ладно, Витя. Телефон куплю, позвоню. Я вам починю! Тоже мастер приехал! Сейчас. Не надо, убери пистолет, там Дашка. Да давай я разберусь. Да не надо, я сказал, убери пистолет. Езжай! Езжай, пошел! Вот ты где! Сдурел, что ли, Лапа? Мама! Мамочка! самка ты. Здрасте, Саш, я зайду? Здрасте. Илья Николаевич, к вам Демидов. Ну пусть заходит, если Демидов. Спасибо. Ну привет, друг. Привет. Зачем звал, Илья? Хоркин опять объявился. Так. Опять хочет денег. Старый долг. Ну, что я еще пообещал с тех времен. Руслан мой человек отвезет. Когда? На днях. Куда? Пока не знаю. Точное место сказал, сообщит в последний момент. Осторожно, мерзавец. Ладно, спасибо. Возьмем гниду. Надеюсь, Вить. Ты-то как? Да как? Встретил тут одну даму. Так. Что за дама? Нормальная такая дама. Было-то всего один раз. Теперь думаю о ней все время. Так, ну давай за этого вискаря. Давай. Только мне 5 капель. Я за рулем. Ладно. Ну рассказывай, рассказывай. Какая профессия у дамы? Работала проводником, села за наркотики. 2 недели назад вышла. Звать Маша. Это что, шутка? Да какая уж тут шутка. Походу, дело серьезнее некуда. Витя, ну ты реальный шизик. Извини. Да. Алло, Вить, привет. Что, Марин? Я думала, ты трубку не возьмешь. Я воспитанный. Ведь у меня есть новости, нам надо встретиться. Очень срочно встретиться. Прекрасно, давай встретимся в РУВД. Буду там через полчаса. Кто звонил? Да Марина. А, дочка начальника твоего? Угу. Красивая. Красивая. Ну ты ловелас. А на перекрестке притормозить слабо? Тормоза придумали трусы. Куда мы едем? Ко мне. Испугался? Зачем мы едем к тебе? Ну, я установила в спальне гильотину. Хочу отрубить себе голову. Веселенькая перспективка. Дашь покурить перед смертью? Даже выпить налью. Тогда порядок. Марин, что такого интересного ты хотела мне сказать? А я была у врача. Радостная новость. Да. Что он тебе сказал? Он сказал, что я не безнадежна, и вот я без кокса. Подожди. Угу. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя ужасно, но это ради тебя. Прости. Витя? Секунду. Я слушаю. Привет, капитан. Я телефон купила. Это ты? Я. Не ожидал? Надеялся. Слушай, я в город по делам еду. Может, увидимся вечером? Конечно. Доберусь, позвоню. Пока. Ты чё? Кралю себе завёл? Почему кралю? Хорошую женщину. Ты что, другую нашел? А мне что делать? Я такого вряд ли найду. Найдешь, Марин. Лучше найдешь. Молодец, что лечением занялась. Оставь мне надежду. Маленькую, но... ну, вот так усенькую. Марин, я пошел. Ну иди, слышишь? Вали отсюда! Маш, я здесь. Быстро ты, капитан. Пойдем. Вот так живут скромные капитаны полиции. Да. Это мама? Угу. Да, это мама. Это ты? Да, это у нас группа была. Илюха, он теперь банкир. Это Ашот, шашлычный держит, а это я. Дурак дураком и уши холодные. Уши у тебя не холодные. А это кто? А это Толик, капитан полиции. Погиб при задержании опасного преступника. Хорькина этого поганого. Того самого? А вообще смешно, если бы я его тогда на скамейке не встретила, мы бы не познакомились. Знаешь, я слово себе дал. Добраться до этого Хорькина. За Толика. Началось с того, что Хорькин на Илюху наехал. Илюха обратился к нам за помощью. Мы с Толиком взяли Хорькина в разработку. Вышли на него. А когда брали, надо было на поражение стрелять. А мы все по закону. Было нас 4 друга, стало 3. А Хорькин бегает теперь от меня. Пластику сделал. Так что кроме тебя теперь никто не знает, как он выглядит. Останешься? А меня все равно еще завтра дело в городе. Так, вот тебе микрофон. Будешь с нами на связи. Слушай, Руслан, отдаешь деньги и валишь. Дальше мы сами. Адрес какой? Куда едем? Мне Хорькин прислал смс-ку. Ну вот, промзона. 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 Ты знаешь, какая там территория? Сколько ангаров? Он укажет точное место, можешь не сомневаться. Готов? Готов. Не пуха. К черту. Мы за Русланом. Так, ребята, держимся на дистанции, не светимся, работаем по команде. Добро. Тогда порядок. Родители не объявились? Ну и что, теперь в детдом? Все равно сбегу. Да я бы забрала тебя, но куда мне? Ни жилья, ни работа. Ну ничего, в городе, может, сейчас устроюсь, там видно будет. После тюрьмы устанешь устраиваться. Мамка тоже пыталась, а потом пить начала. И шандец. Я не забью, у меня дочь. А я все равно не согласился бы. Это почему же? Потому что он ты мне тогда так и не купила. Я не успела, ты ж смылся. Ладно, еще приду тебя навестить. Мы же с тобой теперь почти подельники. Хороший денек, правда? Ничего, тепленький. Не хотите по рюмочке чая? Вы ко мне клеитесь? Почему сразу клеюсь? А что вы хотите? Чего хочу? Хочу счастья в личной жизни. Ну, со мной счастье вряд ли получится. Откинулась неделю назад. Могу дать почитать справку об освобождении. Серьезно? Серьезнее некуда. Ну, извини. Да. Алло, Вить, это я. Маш, прости, я не смогу сегодня. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Совещание затягивается. Ясно. Ну ладно, у меня последний автобус через полчаса. Пока. Давай. Да уж, нехило у нас совещание. Занимаем позиции. Работаем, ребят, работаем. Без команды не стрелять, не стрелять! Здесь никого нет. Он придет. Должен прийти. С кем ты разговариваешь, Руслан? Тебе показалось. Показалось. Угу. Достану. Саня, стой, стой, Саня! Саня! Скорую, скорую вызовите быстро! Привет, Маша. Извини, разбудил. Приезжай. Ты мне очень нужна. Я как в городе устроюсь, раздашку заберу. Хорошо, хорошо. Мам, забери меня сейчас. Ну, что сейчас в душном городе делать, Дашонь? И правда. У нас тут и молочко, и огурчики вон свежие. А в городе одна химия. Ну, ладно. Бабушку слушайся, хорошо? Все, не скучайте тут. Поезжай, поезжай, Машунь. Да. К нему? Да. Зачем? Нравится он мне. Маш, ты же знаешь, я для тебя все что угодно. Я луну с неба. Лап, ты правда очень хороший. Но не получится. Маш. Распишемся, меня со службы попрут. Не может быть мент мужем зечки. Нафиг нам все эти формальности. Ну, хочешь, можем обвенчаться. Да я уж думал. А и пусть попрут. Че, найду нормальную работу. Вон Илюха предлагал начальникам службы безопасности к нему в банк. А Хорькин твой как же? Как ты Хорькина поймаешь, если тебя из полиции попрут? Поймаю и уйду из полиции. Посмотрим. Слушай, капитан, а у тебя баб много было? Достаточно. Я ведь легавый пес. Учти, я ревнивая. А я? На сторону посмотришь, я тебя застрелю. Глупый, я люблю тебя. Я тут подумала, в город на работу устроиться. Нет, я против никакой работы. Что я, не мужик, не прокормлю, что ли, семью? А ты работать не будешь, будешь заниматься детьми. Дашку я удочерю. И не только Дашку. А ты про этого архаровца Пашку? Угу. Хорошо. И своего родим. Шустрый ты какой, капитан. Ну, чё тянуть-то? Прошу. Благодарю. Пожалуйста. Ну что? Мы с мамой хотели, чтобы ты музыкантом стал. Как она, или ученым, как я, а ты... Это тебя Толик с панталыку сбил. Ну что такое вместо консерватории и школы милиции? Ну блеск. Пап. Толик погиб, и хватит об этом. Ну, извини. Ну, а чего ты отца решил найти? Ведь год почти не виделись. Помощь твоя нужна. Неужели? Интересно. Я женщину встретил. И это серьезно. Она хоть из приличной семьи? На прошлой неделе вышла из тюрьмы. Хорошая шутка. Кто она по профессии? До тюрьмы была проводницей, села за наркотики. Слушай, я серьезно. Я тоже. Ты ведь Ведь, ну ты о матери-то подумал? Там судебная ошибка. Господи, да что ж это такое? Папа, я хочу, чтобы ты предупредил маму. Я понимаю, для нее это будет удар. Да. Тут на шатырем не обойдешься. Эта женщина что, тебя опоила? Да я сам не ожидал. Где вы с ней познакомились? В засаде. Чё? В засаде. Сижу, открывается дверь, вдруг она с пацаном… Еще и пацан? У нее дочь. Пацан-беспризорник, хотим усыновить. Слушай, ну ты же разумный человек. Ну, что это такое? Но я понимаю, это работа из нормальных людей. Дебилов делает, но не до такой же степени. Папа, я ее люблю. Я счастлив. Все быстро произошло, но мне хорошо. Маму предупреди. Мы тогда свадьбу гуляли, у Георгиевны, у свекрови Машкиной. Племянник женился. Мы 5 раз. 5 раз с Машкой. Танцевали. Мы целовались даже. И что с того, Отелло? Это свадьба, на свадьбе все друг с другом целуются. Я люблю ее. И я люблю. Что делать будем? Не знаю. Вот и я не знаю. Я пить начал. А вот это ты зря. Я понимаю, тяжело, но ты же нормальный мужик, возьми себя в руки. Пробовал. Не получается. А ты не о себе, ты о ней-то подумай. Очень тяжелое у нее вхождение в жизнь после зоны. Вон, дети, а ты с берданкой. На, держи. Подброшу тебя до автовокзала. Там переночуешь, утром на Рейсовом уедешь. Как ты адрес узнал? От Георгиевны. От свекрови. Здравствуй. Крылов, завтра не опаздывай, ровно в 3. Хорошо. Все. Все, кончай. Кончай дурачиться. Привет. Привет. Ну, что у нас на этот раз случилось? Почему обязательно что-то должно случиться? Потому что я тебя знаю с самого рождения. Я тебе попку потирала. Мам, видишь ту девушку на скамейке? Ну да, я вижу. Ну что же она там сидит? Пускай подойдет. Маш! Здравствуйте. Здравствуйте. А вас как зовут? Мария Озерова. Очень приятно. Меня Галина Александровна. Очень приятно. Мам, поужинаешь сегодня с нами? Извините, я сегодня никак не могу. Полуэктова готовлю к конкурсу. Ну, отмени. Ну ты что, с ума сошел? Это же Полуэктов. Мам, можешь ты заболеть? Дела у тебя, в конце концов. Спасибо за подсказку. Я… В другой раз как-нибудь, извините, я ноты оставила в классе. По-моему, ей не понравилось. Напрасно ты так думаешь. Она сейчас там стоит и слезы утирает. Карета подана. Привет. Привет. Дядя полицейский, дашь прулить? Всему свое время, садись. Тогда я на переднее. На заднее. Я сказал на заднее. Не будешь слушаться, вернешься откуда забрали. Все равно сбегу. От меня не сбежишь. Петухи. Хватит уже, поехали. Садись. Давай. Не вздумай убежать. Поймаю, по голове настучу. Знаешь, сколько сил потратил, чтобы тебя забрать? Сколько? Много. Волоки ты столько. Бумажки, разрешения, попечительский совет туда поставь. Если бы я в полиции не работал, тебя бы даже на день бы не отпустили. Я раньше полицию ненавидел. Вечно меня гоняли. А воровал, потому что много. На еду хватало. Так. Значит, ее будешь называть тетей Машей, меня дядей Витей. Привыкнешь, можешь отцом называть. Деньги лежат в шкафу. И поаккуратней с ними, я, знаешь, нефтью не торгую. У тети Маши есть дочь, зовут Даша. Будешь ее защищать теперь, как брат-сестренку, понял? Понял. Сгрузил по самой не хочу. Все понял уже давно. Точно понял? Понял. А то для непонятливых у меня офицерский ремень висит в шкафу. Понятливые. Есть пошли. Неси. Руки перед обедом будешь мыть с мылом. Я от поносов тебя лечить не хочу. По утрам бегать будем. Куришь? Бросишь. Дай! А шо сеть открывает? Уже почти открыл. Я ему хорошую линию сделал. Процент щадящий. Дай! А шот кулинар от Бога. Дай! Ну что, дела-то как у тебя? Жениться не передумал? Не. На днях маленькую из деревни забираем. Там хорошо, парное молоко, но скоро учебный год. Думаю, свою квартиру на трешку поменять с доплатой. Хочу одолжиться у тебя на неопределенный срок. Не дам. Я так и думал. Что ты думал? В долг не дам. Обмен оплачу. Могу я другу подарок сделать? Из ментовки хочу уходить. Помнится, ты предлагал мне место начальника службы безопасности. Предложение в силе? Да, конечно, ведь. Ты-то как? Хреново. Хорькин опять объявился. Прислал письмо по электронке. Что пишет? Пишет, что грохнет меня. После случая с Русланом прям рассверепел. Мы тогда все гостиницы перетрясли. Все, я в частном секторе где-то осел. Он постоянно на шаг впереди меня. Ладно. Вот бы снова собраться, да? Жаль, только нет. Да. А шот на ударных, ты на гитаре. И ты на клаве. Сколько мы не играли? Да с выпускного и не играли. Отпустил бы ребят, чего они маются? Пусть маются, они на зарплате. Обстановка не та, не могу отпустить. Я еще думаю себе в кабинет бронированные стекла поставить. Слушай, может, тебе с Ашотом встретиться? Может, он поможет на хоря выйти, а? Ну, ты, Ашот, конечно, смельчак. Я бы не рискнул на таком передвигаться. Да. Слушай, если ты свинтишь из полиции, жизни мне не видать. Ты моя красная крыша. Боюсь я, понимаешь? Боюсь. По улицам ходить боюсь. Меня твои друганы в форме каждый раз останавливают. А я местный. Это по-армянски говорю, через пень-колоду. Так что я буду помогать, только не уходи, ладно? А что, ты с ума сошел? Я не возьму ни копейки. Слушай, ну мне любая информация, любая наколочка на хоря. Да Илюха даже не знает, где хорь хавается, где уж тут мне. Ну, поспрашай своих из диаспоры, может, кто слышал, видел. Ну, это можно. Только такие вопросы обычно заканчиваются печальными ответами. А мне жизнь дорога. Хорошо, не ради меня, ради Толика. Слушай, ментяра, ты меня на совесть не цепляй. Толикина смерть мне горе вечное. Ладно, попробую. Спасибо. Может, все-таки… А что? Спасибо. А почему ты его дядя Витя называешь? Уговор у нас такой. Он что, тебе не отец? Не отец. Эй, малявка! Давай вали отсюда! Давай! Ай! Как ты ее назвал? Что? Как ты ее назвал? Давай! Бей! Паша! Хватит! А ну, побежали отсюда, быстрее! Давай. Ты что творишь? Побежали! Папа, он Дашку обзывает! Как ты сказал? Папа. Даш, пойдем домой. Вам долго еще? Нет, скоро закончим. Это я. Вижу. Рядом стоял. Не успел подставить бронированное стекла. Метили в меня. Метили, попали бы. Дойдет очередь и до тебя. Женя Москвин. Референт. Прям в переносицу. И вот за что. Последнее предупреждение. Ты следующий. Я это уже понял. Я его найду, Илья. Ну да. Не веришь? Когда Толика убили, ты тоже так говорил. Найду. Найду и убью. Товарищ полковник. А, давай, давай. Вот, получил твое донесение по Хорькину. Тебе еще усиление требуется, да? Немного ли на одного бандита? А вам трупа в банке мало? Вы еще хотите? А Саня Громов, а Толик? Реальность гибели – это составляющая нашей профессии. А, ну тогда порядок, я сам разберусь, без всяких усилений. Только как Толик кричать руки вверх и в воздух палить, я не буду. Анатолий поступил по закону. А у Харя закона нет. Вы понимаете, Толик был моим лучшим другом. И когда я на Харя выйду, я кончу его 100%. И вам придется много бумаги заморать. Капитан Демидов! Вы отстраняетесь от ведения дела. Все материалы передайте капитану Ряшенцеву. На каком основании? На основании того, что вы не объективны. Ну, тогда порядок. Ну, конечно, порядок, Витя. Ну, отдохнешь, с мыслями соберешься, к Маринке вернешься. Ждет она тебя. Не получится, Денис Васильевич. Влюбился я. И кто она? До тюрьмы была проводницей, села за наркотики, недавно вышла из тюрьмы. Так. Пошел вон. Ты чё? Все. Надоело. Увольняюсь. Да. Здравствуйте, товарищ капитан. Кто это? Ваш давний друг, Сергей Михайлович Хорькин. Ах ты ж. Чё тебе надо? Да так. Хотел за вас порадоваться. Вы правильно сделали, что оставили службу. И я вас оставляю в покое. Я ведь, Виктор, против вас лично ничего не имею. Живите мирно и счастливо. Слушай, гад, когда я до тебя доберусь, я тебя, гнида, собственными руками замочу. Руками замочу? Не стоит так волноваться, товарищ бывший капитан полиции. Надеюсь, мы с вами больше не встретимся. Не надейся. Девушка, девушка, а правда лето наступило? Слушаю тебя, Ашот. Меня на севере внедряли под Архангельском. Там деревня на берегу Двины, несколько домов. А обелиск с фамилиями погибших воинов аж до неба. Старушка выходит на крыльцо, что-то говорит, сынок, сопли морозишь. Пойдем, тебя чаем напою. Поморок, как дети. А я продрог. В снегу несколько часов пришлось пролежать. Лежу у нее дома, немецкий офицерский китель. Новенький, такой, знаешь, мышиного такого цвета. Я говорю, откуда? Говорит, у меня и галифе есть. Это, говорит... Гуманитарная помощь из Германии. Нахрена архангельской старухе гуманитарная помощь из Германии? Немецкий офицерский китель, когда у нее обелиск до неба в деревне. Давно это было? Да после училища, лет 10. А в Сибири, помню, работали мы по угольному барону. Там у них весной половодье случилось. Зима была снежная. У них несколько домов смыло. Полностью. С сараями, сортирами. Так знаешь, какую помощь одна тетка получила? Витя, ты мне такие вопросы задаешь. Унитаз без крышки. О. У нее, значит, на участке пусто, ил, грязь. Она что на этом унитазе должна? Посреди огорода сидеть? А соседка еще хлеще. Соседка получила помощь 2 кеды на 1 ногу. Одна 40-го размера, другая 45-го. Вот как? Как? Как мы живем вообще? Тебе мемуары писать надо. Этим и займусь. Я же из ментовки ушел. Как ушел? Ногами. А я хотел тебе рассказывать про… Про Харя. Да. Что выяснил? Ну, кафе на Химченко, знаешь? Ну, «Хорошее утро» называется. Да. Ну, заглянул бы туда. Спасибо. Она у тебя в порядке? На прошлой неделе на охоту ходил. Патроны? Как договаривались? Медведя можно валить. Сам-то как? По-разному. Стихи писать начал. Прочитаешь? Не могу. Зря. Выбирать, лишь день терять. А зачем мне это? Я ведь знаю, что опять возвратится лето. Я хочу еще листвой нашуршаться в волю и некошенной травой пробежать по полю. Я хочу печаль унять. Очень близко где-то. Помирать, лишь день терять. А зачем мне это? Я не разбираюсь, но, по-моему, у тебя дар. В районной газете напечатали. Тебе спасибо. Натворил бы делов, сидел бы сейчас. Любая диета лучше тюремной баланды. Гад все-таки. И она гадина. Люблю. Понимаешь? Понимаю. То, что я со службы ушел, ерунда. Поможет Илюха. Я, главное, не хочу, чтобы ты работала. Слышишь? Слышу. Соберешь обоих в школу. Хлебушек. Пашке надо будет помочь. Запущено у нее там все. Ага. Сейчас сметанки. Кстати, где они? Они… Да вон они. Вон они там во дворе. Я приглядываю нормально. Обоих в школу. Так. Сама к репетиторам. Будешь поступать. Педагогически очень даже нормально. Зачем мне необразованная жена? Ну, действительно. Очень вкусный борщ, как у мамы. Я старалась. Сегодня тогда дома посидим, а завтра сходим в кафе на Химченко. Это хорошо. Наколочка у меня там одна образовалась. Друг там наш обитает. Хорькин. Маш, ты только его опознай, только ты его и видела. Страшно, Вить. Нормально. Как же ты его возьмешь? Ты же с полиции ушел. Ну, это моя забота. Ты не волнуйся. Ничего делать не надо. Просто посидим, ты скажешь какую-нибудь фразу, там, Витя, я тебя люблю. Ну, такую фразу я без наколочки скажу. Ну, тогда порядок. прошу прощения. Сейчас атмосферку нарисуем. Молодой человек. Извините. Можно побрынчать? Если вы умеете. Музыкальную школу закончил. Тогда побринчите, только не сломайте ничего, пожалуйста. Постараюсь. Вспомним молодость. Звездой восходящую придешь ты в судьбу мою, сомнения томящие я в сердце не утаю, я душу в плену томлю и ночью, и в свете дня. Прошу, обними меня. Уходят сомнения, как глупый, нелепый сон. Я с каждым мгновением все больше тобой пленен. Сильней и сильней люблю. И ночью, и в свете дня отчаянно я молю. Прошу, обними меня. Отчаянно я молю. Прошу, обними меня. Витя, я тебя люблю. Где? За моим правым плечом, у колонны в светлом льняном костюме. Этот? Да, который встал и пошел. Вить. Сиди здесь. Жди меня здесь. Девушка, а вы куда? Я сейчас вернусь. У меня вот там на столике сумочка, там деньги, копия справки об освобождении. Почему копия, а не оригинал? Потому что оригинал на прописке в полиции. Пропустите, пожалуйста. Теперь регистрация, теперь нет прописки. Я сейчас вернусь, хорошо? Обними меня, я помогу тебе подняться. Не двигай меня, вам не пуля. Хорошо. Помогите кто-нибудь! Родителям скажешь. Срочная командировка. Скажешь. Скажу. Витя. Тогда порядок. Витя, говори со мной, Витя! Витя, я тебе всю свою кровь отдам. У меня хорошая группа всем подходит, Витя. Витя! Помогите, люди! Кто-нибудь! Пожалуйста, вызовите скорую, он полицейский. Да, да. Помогите, да, пожалуйста. А я думал, аферисты. Тут еще стрельба. Здесь, правда, оказались деньги и копия справки. Я вычел по прескуранту, без чаевых. Вот ваша сумка. Ну, я пойду. Извините. Наши. Вроде не опоздали. Ага. Здрасте. 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 Галина Александровна. Здрасте. Здрасте. Это что? Подгузники. Куда так много? Ну, этого добра много не бывает. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Ну вот, опять глаза на мокром месте. Даша, привет. Здрасте. Здрасте. Вы, наверное, к Маше Озеровой. Да. Да. А вы кто? А. Василий Лапин. Самодеятельный поэт и философ. Здравствуйте. Как вы думаете, пеленки разрешат передать? И снова простыней нарезал. В дождевой воде перестирал, все погладил, как в армии учили. Ну зачем дождевой? Стерильно. Смотрите, мама! Мария с младенцем. Как на иконе. Звездой восходящую придешь ты в судьбу мою. Сомнения томящие